рады Украине. Вот эти вот. Это первый, второй, это там строящийся, там тут беленький. Тут все слуги народа, так сказать. Я сколько здесь наблюдаю, там вообще никого нет, ни одной души. Простому народу вообще на пляж не попасть. Но местные жители вообще не могут попасть на пляж, потому что все перекрыто. Там все верно.